Спели в прямом эфире. Сегодня гостями радиостанции «Серебряный дождь» стали студенты и преподаватели Саратовской государственной консерватории. В рамках программы «Дождь над Волгой» они рассказали о прошедшей премьере опере «Призраки Эллады». Она состоялась 11 марта. Что интересно, всю постановку студенты подготовили и исполнили самостоятельно. Правда, под руководством своих преподавателей. Помимо этого, в студии радиостанции молодые музыканты исполнили отрывок оперы. Кстати, такое количество гостей на радиостанции приняли впервые. Подкупило то, что это мировая премьера, и то, что мы можем блеснуть, показать себя. А то, что тяжело или легко работать со студентами, да легко работать со студентами, потому что они полны оптимизма, творчества, желания работать.